Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Ну что, эволюция завершена, забираем нашего нового гибрида. Это Спинораптор. Поместить. Так, и теперь он нам доступен. Окей, я очень-очень-очень рад. Так, Спинораптор. Блин, что это делает? Надо его прокачивать. Замечательно. Так, эволюцию сразу же тут забираем с собой награду. Забрать. Потратили мы на него еду. Ну что, теперь надо нам, наверное, с тобой. Где там у нас? Блин, так не найдешь его, да? Давай, наверное, зайдем сюда. Сейчас мы будем с тобой дальше прокачивать. Где их тестега? Скажи-ка мне на милость. Куда она? Вот она. Их тестега. Перейти. Давай. Мне нужно начать эволюцию. 47. Давай попробуем. Почему-то я даже не сомневался, что нифига не получится сразу же. Ладно, пускай продолжается. Так, ихтиостега, и нам нужен с собой раджазавр. Давай посмотрим, сколько у нас раджазавров. Все ли у нас готово для того, чтобы потом сделать гибрид. Так, двадцатка, это тридцатка, двадцатка. Блин, нужен еще один раджазавр. 125 бакинских, нет уж, пускай 8 часов выводится. Ну что, у нас закончился сезон, ребята, я получил награды. Анкилозавра 2 штуки за арену. Так себе подарочки, если честно. И смотрим, что у нас дальше. Переходим. Да, события, говорю, что ты мне куда-то перекидываешь. Так, монстры биокупола, землетрясение. Я смотрю, тут битвы за выживание. Битвы за выживание, да, понятно. А что за землетрясение? Галимим. Так себе, да? Птерозавры, открытие. Чисто птерозаврами должны бомбить. Нет, ребят, тут вон, смотри, все у нас вроде бы как под контролем. Ну, давай я, наверное, начну все-таки с монстра биокупола. Что у нас там за награды? Угу, понятно. Поехали. Дипротодон, Гуантотерий и Эрематерий. Ну что, начнем. Возьмем Эрематерия. Тут мы возьмем шерстистого носорога, а против Эрематерия мы возьмем Гасторница, наверное, да? Взять все-таки надо будет проще. Поехали. Я думаю, мы должны здесь справиться. Так, Дипротодон. Я, наверное, сразу ему звездану хорошечно. Вот так вот. Половину здоровья мы у него отобрали. Но мне кажется, он сейчас будет меняться. Меняться на Уинтетерия. Если он думает, что это выгодно, то это его проблемы. Так, значит, мы с тобой меняемся тогда на шерстистого носорога. Вот таким вот образом. И тоже сделаем удар. На-ка. Ждем. Ждем дальнейшей команды. Он опять же меняется. Берет Эрематерия. Но атаковать, как ты видишь, он не стал. А если я, например, сделаю две атаки? Угу. Не пробил чуть-чуть, не хватило маленько, да? Ладно. Он решил поменяться на Дипротодона. Ну, понятное дело, что сейчас он нас тут уничтожит. Но я-то уничтожу его следом. Так, нам достаточно будет, по-моему, одной атаки, да? Ну, на всякий случай возьмем две. И возьмем две защиты. На тебе. Откатился. Так, Эрематерий. У него сколько получается? 4. Все будет тратить. Блин, неужели пропишет, а, ребят? Прописал все-таки. Ну, благо нам здесь всего лишь одну атаку нужно сделать. Да? Раз, два и вот так. То есть мы его добиваем. И выходит Уинтотерий. Как ты видишь, у него классовая слабость перед нами. Поэтому ему здесь ничего не светит.
Успокойся, пожалуйста. Успокойся. Ты никудышный носорог. У тебя даже рогов нету, как у нас. У нас вон. Ну, почему-то мы предпочитаем легаться, вместо того, чтобы брать его на тот самый рог. Замечательно, выиграли. Но это только лишь первый поединок, поэтому расслабляться еще рано. Так, 40 ДНК. ДНК тоже маловато у нас. Архиотерий, Эрематерий и Саркстадон. Значит, выбираем с тобой следующее. Здесь мамонта, что ли, придется взять. Против Эрематерия мы возьмем Келлинкина. А вот против Саркстадона нам надо взять Пещерника. Пещерник у нас на откаточке, но мы его заберем. Все, поехали. Ради такого дела можно, да, как говорится, и откат взять. Ну что, сколько у нас там? 314 урона. Замечательно. 65 атаки, естественно, невыгодно ему это делать. Он будет меняться. Зря. Меняться он не стал. Ну и, соответственно, он сейчас погибает. Угу. Выходит Эрематерий. И решил все-таки прописать мне, да, пощечину. Я берем Келлинкина и попробую две атаки ему прописать. 320 проходит по нему. Остается у него 90 здоровья. Он, скорее всего, сейчас возьмет. Да, Саркстадона. Саркстадона. Ну что, мы с тобой делаем вот так вот. Хотелось бы его уничтожить. Не выходит. Немножко обидно. Ну и что? Серьезно? Ты такой, знаешь, глупый, мне кажется, был поступок. Здесь я его уничтожаю. Ну, дальше понятное дело, что нас тоже подобьют. Я не стал брать защиту, потому что, ну, ни к чему. А вот три дополнительных очка нам не помешает для того же самого мамонта. Хотя лучше брать Келлинкина. Но мамонт тоже, в принципе, справится. Тут 90 хп. Ему достаточно будет одной атаки попасть. А так как он ничего уже не сделает, мы, естественно, все вливаем в атаку и, ребят, пробиваем. Бамс! Фига там такие эти шипы, да, из земли. Вот и все. Вот мы его и победили. И переходим на последний заключительный бой в этом событии. Давай-ка. Унтатерий. Против него нам взять нужно... Че, придется мамонта, что ли? Он 47, а ты сколько? 40. Возьмем тебя. Против гигантского оленя. Да чтоб тебя, а. Для этого придется взять амфицион. Против амфициона мы возьмем с собой уртинотериума. Все, друзья мои, я готов. Поехали. Почему он здесь такой мощный, а? Мы же до этого с ним дрались, он не был таким крепким. Меняет. Амфициона взял. Окей, амфициона. Значит, мы с тобой возьмем уртинотериума и сделаем удар. Все, остается у него 69 здоровья. Он, естественно, сразу испугается и будет меняться. Берет гигантского оленя. Хм. Гигантский олень, друзья. А я, знаешь, что сделал? Я его уничтожу. Этого оленя. Вот так вот. И мы опять вернулись к амфициону. Но он опять же испугается. Вряд ли он будет нас атаковать. Готов.
И выходит Унтетерий. 110 к атаке. Мне кажется, он даже все, если сольет, он нас не сможет пробить. Хм, как-то странно работает. Ладно, пробил. Но здесь пойдет уже не, конечно же, не этот, а наш шерстистый носорог. Тот все потратил, а нам с тобой достаточно трех атак. Тут достаточно было бы и двух. Но мы все с тобой сливаем и побеждаем в этом событии. Побеждаем в этом событии, и, соответственно, я так понимаю, здесь будет рулетка. Колесо призов. Дайте что-нибудь путевое. Опа, монстр биокупола, ребята. Саркастодон, но он у нас есть. И 325 очков доверий. 7200. Вот так я тебе скажу. Ну что, продолжаем тогда события. Да что ты делаешь-то? Землетрясение. Птерозавры. То есть вы хотите сказать, что мне нужно обязательно брать птерозавра хоть одного, да? Или что? Ну, проверим. Если я, например, возьму Таниколагриуса, к примеру, тиранозавра и скафагната, это прокатит? Это прокатит в легкую причем. Только зачем я столько взял, не знаю. Тут просто один удар зубами, и все, ему крышка. Музыка так началась. Щелк, и все, ребят. И отдуплился парень. Так, ладно, переходим с вами на вторую позицию. Давай-ка глянем. Так, пахицефалозавр плюс Дейнахейр. Дейнахейр. Я думаю, здесь то же самое будет, ребята, все на изи. Берем с вами алангозавра и спинораптора. Видишь, что пишут? Пишут, парень, а ты не хочешь взять двух птерозавров? Хорошо, хорошо, я возьму двух птерозавров. Это будет, например, Кетса и Эйр Титан. Я надеюсь, вас это устроит. Потому что это птички, да? Пускай они слабые, но... Пахицефалозавр сразу, ребята, падает. Сразу же, прям вот по щелчку в 3.15. На! Все. Дейнахейр явился, не запылился. Ну и что ты тут? Ну и что ты? Вот что ты сделаешь, а? Все, гудбай, волосатик. На изи. Алангозавр на изи с ним справился. Мне нравятся такие легкие события. А вот теперь скажут мне, наверное, парень, надо брать чисто птерозавров. Скорее всего, так и будет. Вот, например, я возьму... Сейчас. Так тут в любом случае одни птерозавры. Все, 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 я понял, все, я понял. Птеродактиль, топиелозавр и эдиоморфодон. Все, эти ребятушки сделают свое дело на 5 с плюсом. Блин, птеродактиль, ну как так-то? Ай-яй-яй. Я думал, у тебя будет атака посолиднее. Ну ладно, всякое бывает. Все равно он тоже нас не пробьет. Но пятихатку отнимет. Это надо признать. Так, ну он одну атаку сделал, да? Не две. Проверка. Goodbye, Василий. И выходит лабиринтозавр. Что ты будешь делать? Две атаки. Ты посмотри, а. Мне нужно тоже две атаки сделать. И бонус. Goodbye, my friend. Все. И последний тату. А вот, ребята, как выглядит шипастик. Слушай, он... Анкилозавр чистой воды. Ну что, топиелозавр, будь добр, порви его, а, пожалуйста. И он это с великим, превеликим удовольствием делает для нас. Вот мы с тобой и прошли это событие. Что нам там достанется? Галимим набор. О, $100, спасибо. 100 бакинских, это да. И еще 130 очков доверий. Солидно.
Да Галимим у меня уже давным-давно открыт. Так, подожди секундочку, дай-ка я гляну. Что-то мне уже... Кто там опять возбухает? Попробуем поймать его сами. Давай-давай, не возбухай там. Что тут пробовать-то вообще на изи? Ему нравится. Вообще шикарно. Следующий. Ну давай, давай, давай. А. Раз, два. Ох, йо. Вот это я засмотрелся. Вот это я, друзья мои, засмотрелся. Я на шкалу просто что-то начал смотреть, прикидывать там. В общем, в любом случае идеальная поимка, 220 опыта и 5 ДНК на саркозуха. Ну кто там опять-то? Это еще кто у нас там? Ага. Так. Отлично, говорят. Двигаемся дальше. Превосходно. Че, успокоился, все? Да твою... Нормально. Ну, что там дальше? Блин, то спешишь, то не спешишь. Не злись. Злится он мне. Замечательно. Идеальная поимка. Ну вот, совсем другое дело. Что тут забрать? Заберем. Раз, два, три. Так, собрать три мода. Опять эти вечные моды. Давай, наверное, за бакинские. Ну-ка, эхо. Дал бы ты мне сразу пак. Нет. Показатели. Ладно, еще потратим. Потому что, ребята, у меня еды мало, денег мало, вот только за доллары могу себе и позволить. Пронзающий укус. Ну и последнее. И последнее, что? Единство, вот и все. Забираем. Ну и осталось сыграть в ПВПшку на арене. ПВПшку на арене. Да что ты будешь делать? И там, и здесь, везде. Так, а у нас задание все? Что-то больше нету? Ага, есть за еду. За хавчик будем драться? Я думаю, что стоит. И я думаю, что ты меня поддержишь в этом плане. Так, стегоцефал и плюс ютораптор. Если я сделаю лимносцелиса. Фигня получается, да? Пеликанептериса тоже не хотелось бы взять. Ну, лабиринтозавр может здесь справиться, мне так кажется. Хорошо, короче, говорил, я возьму вот так. А, была не была. Ну. Так, 90-90. Берем бонус. А все-таки решил толкануть меня чуть-чуть, да? Все-таки толканул меня слегка. Ну-ка посмотрим. Сейчас я его толкану тоже немножко. Раз, два. Ох, как я его толканул-то сейчас. Хорошо, а? Друзья, вот этот я его толканул. Здорово, хлопчик. Ну что, сливай всю свою атаку. Сливай. И лимносцелис тебя хрум-хрум. Надеюсь, да? Блин, он наверняка взял защиту. А если не взял? Раз, два. Давай так проверим. Ага. И? Вот и прощай. Вот и прощай, Карлито. Вылупляем по полной. Не жалея, как говорится, живота. Хавчик нужен. Поэтому грех, как говорится, не воспользоваться, да? Такой возможностью.
Продолжаем битву. Так, Лимноцелис и Пеликанимим. Блин. Блинский. Против этого, наверное, брать... Да давай Лимноцелис на Лимноцелис и возьмем еще с тобой здесь Гуануль. Вот так вот. Погоди, что-то не то. Так, и вот так. Тут, как говорится, кому повезет. Я в бонус сразу же. Я надеюсь, он не будет брать Пеликане этого. Пеликанимим, по-моему, да? Вот так вот он сделал. Раз, два, три. Вырубаем. Ну и все. Ну и крышка. Ну что ты сделаешь, родной? Ну потратишь ты сейчас все свои очки. Давай, родной, выходи. Пора с ним разобраться. Тебе две атаки за глаза. Ну и здесь тоже у нас шикарно все, как ты видишь, получилось. Но это еще не конец, еще последний поединок нужен. Давай. Последний поединок. Лимноцелис и Гацетерикс. Короче, здесь даже я, ребят, ничего не буду делать. Вот так вот сделаем и все. Пеликанептерикс. Он порвет, если 524 к атаке. Как тебе такой расклад? На. Гаца. Ой, не шути, Гац. Не шути. Не доводи, как говорится, до греха. Проверим. Ну и все. Вот ты испекся. Ничего не стал делать. Зря. У тебя все равно не хватит очков 10, чтобы прикрыться. В общем, событие пройдено. Теперь нам нужно с тобой сразиться. Три битвы на аренах, да, получается? Хавчик 40. Ну, считай, по 43 тысячи. Ну, нормально. И плюс очки доверия. Так, ну а теперь пойдем. Тьфу ты, на события нажимаю. ПВП, конечно же. Водные с модами. Давай поиграем в водную с модами. Раз, два, три. Какие можно здесь взять моды? Можно взять прочную кожу. Отключает мод. Вот это вот возьмем. Дальше можно взять единственное, что там у нас. Возьмем с тобой единство. И кровожадность. Увеличит урон... А, одному только, да? На 15%. Ну, давай вот так вот сделаем. Поехали. Посмотрим, что к чему и почему. Против кого мы будем с тобой драться. Оу. Так. Ну, мы должны сразу отрубить, по идее. А почему не отключили мод? Так. Ну, допустим. А мод почему-то все равно, друзья мои, сработал у него. Меняет. Декодерму берет, да? Кто у меня против декодермы нормально? Ты? Ох, ё. Давай-ка я рискну. Да. Фига он тилозавр бомбанул. Воу-воу-воу-воу-воу, кронозавр, тихо. По-моему, крышка, да, моему тилозавру. Угу, скорее всего. Так, у нас классовая тут. Классовая. Раз, два. То есть, получается, он взял сюда дополнительные очки, да?
4. Будет все сливать. И нам крышка, естественно. Четыреста на три. 1200. Давай, наверное, сделаю. Раз. 400. Так, 500, 500. Да, наверное, вот так вот сделать надо. Отлично. Ну, по идее, должны мы его сейчас уничтожить. Найс. Закряхтел там. Он даже на динозавра-то не похож, больше на какого-то дракона мифического. Так, сладушки. Давай тогда двигаться дальше. Усиленное колесо удачи мастера. Опа, скалозавр, 30 ДНК. Так, гигантский артакон, зуходус и архелон. Вот так вот. Поехали, посмотрим, что у нас тут поджидает. Но че так долго думаете? Генерия, лептостега и гауфиозавр. И опять, как всегда, гибрид. Куда же без гибрида? Блин, генерия это мощная, а? Неужели вмажет? Вмажет. Блин, 100% взял защиту, а? Давай вот так вот я сделаю. Я же говорю, взял защиту он. Угу. Все-таки пробивает полностью, да? Так, ребят, ну что, нам нужно две атаки сделать по нему. Что у нас там получается? Против лептостеги пойдет хорошо. Как раз артакон, да? Значит, раз, два. Раз, два. Ну что, дуй отсюда. Четыреста две к атаке. Тебе одну в любом случае придется снимать с меня. Да? А он три. Три, ребят, ну это вообще, конечно, что-то с чем-то. Тогда нам тогда нам с тобой нужно сделать одну атаку. Раз, два. Раз, два, три. Вообще на изи. В минус. Гауфиозавр, 147 к атаке. Вообще ничего не сделает. Ну как, нанесет урон, но это минималка. Просто мы ему сейчас так звезданем, что уши завернутся. Верно, друзья? Верно, конечно же. Поехали. И фига себе, он такой кругаль сделал и вот эти свои раковины просто звезданул. Молодец, красавчик. Ужасный красавчик. Как хочешь, так и понимай. В общем, победили мы. Приз любителя. Что нам тут? Опа, 8 ДНК. Ой, ДНК, очков доверий. Замечательно. Еще 2 500, ребята, и все. Еще разочек крутанем с тобой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еда, да? Понятно. 3300. По-моему, мы закончили тут. Ага, нет, не закончили. Последняя ПВПшка нам нужна. Ну, давай сделаем. А что, если я, например, возьму кайнозойское против наземной? Например, вот так, так и вот так.
Ой, подожди, подожди. Еще и моды здесь. Стоп, стоп, стоп. Ну, возьмем. Вот так. Да подожди ты. Плюс берсерк. И устрашение. Чисто на шару, ребят. Зря я, конечно, два, наверное, этих взял, да? Две амфибии. Хотя... Хотя очень даже не зря. Хотя очень даже не зря. Ты смотри, что творит, а? Ого. Берем бонус. Ну и что ты там кряхтишь? Нормально. Фига себе пробил. Ну что, раз, два, три, гуляй, Вася. Замечательно. Так, выходит у нас Глитронакс со своими 122 атаками. Ха-ха-ха, Глитронакс, серьезно? Я тебе не завидую, парень. Я знаешь, как сделаю? Ребят, я сделаю кое-какую подставу. Я кое-какую подставу сейчас сделаю. Раз, раз. Да я защитки взял. Ужанулся, чувачок. Ну что, ему придется все слить. Если он хочет, конечно, нас победить. Ну а дальше мы уже по старой школе делаем. Я не удивляюсь, нисколечко, все нормально, ребят. Все это нормально. Ну а здесь прописываем. 100, так, 1987 у него, да? Вот этого за глаза и за уши. Раз, два, и бонус. Иди отсюда, Глитронакс. И Зухамим появляется. 182 атаки у него идет. Общую слабость влепляет нам. То есть еще раз, да, он общую слабость нам навешал. Пробить он меня не пробьет. Пора, по-моему, действовать. Как ты считаешь? Ну и все. Это нам повезло, что у меня было две рептилии, а у него как раз два хищника. То есть совпало. В нашу сторону, естественно. Чего вы тут мне? Что тут делаете-то? Фига там ценник. 400. Вот хочу 400 баксов, ребят, получить. Или... О-хо-хо-хо-хо-хо! Просто, ребят, на халяву достался диплотатор, прикинь. Просто на халяву. Мне не нужно выводить, тратить ДНК, а просто он мне выпал. Так, открываем. Угу. Нормально. 40 бакинских еще в плюсике. Я очень доволен. Так, и здесь забираем. Ну что там, кто там, покажи мне. Ну давай попробуем поймать его. Чего? Раз, два, три, четыре, пять. Замечательно, замурчательно. Да блин. Угу. Неплохо. Но могло быть и лучше. Шикарно. И последняя попытка. Или какая? Предпоследняя. Потрясающе. Так, сейчас шкала, наверное, будет, да? Ну, конечно же. Все. Сколько мы за тебя получаем? 725 опыта. Ну и все, друзья. Вот так мы сегодня неплохо поиграли. Как по мне. Мне понравилось, что мы еще с тобой диплотатора прихватили. А, его же выводить надо, да. А, кстати, почему... Подожди секунду.
Ну да, мы можем с тобой поставить его водиться. Лишним он не будет, это уж точно. Так, диплотатор. Все существа, это у нас не гибриды. Вот он. Стоит и ждет, когда мы его активируем. Так, а здесь у нас... А, ихтиостега будет, да? Ихтиостега, потом раджазауров нужно будет еще скрещивать, эволюционировать. А еще кто-нибудь у нас есть? Ну, по дешевке. Можно сказать, что никого нету. Да? Да, можно так сказать. Стегоцефал, бонитозаур, юта... Слушай, подожди, а ютараптор? Он же у нас... Я уже не помню. Ладно, ребят. Давайте мы, наверное, с вами на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!